Буханку приобрели за 600 тысяч рублей. Она не новая, но в отличном состоянии. Такие машины очень нужны и для эвакуации раненых, и для бесперебойной работы штабов. Особенно в сложное зимнее время. Для руководителя Владимирстата Александра Быкова оказывать помощь мобилизованным владимирцам – дело чести. Александр Николаевич сам бывший военный в звании генерал-майора, а в зоне СВО у него служит близкий родственник. Чем больше личная история будет для каждого человека, тем лучше будет организована помощь. И не только помощь, но и, я думаю, качественно будут выполняться все те мероприятия, обеспечения, которые необходимы для того, чтобы наши ребята там могли выполнить те задачи, остаться живыми и вернуться. Машину укомплектовали необходимым инвентарем, в том числе лопатами. На фронт, благодаря сотрудникам Владимирстата, увезли гуманитарную помощь, продукты питания. Такие посылки здесь собирают регулярно, их отправляют вместе с общим конвоем необходимых вещей от волонтеров и коллективов предприятий. Знаете, работа стабильная, то есть регулярно все проходит, всем необходимым, как что обеспечивают, поэтому мы все рады. В зону боевых действий грузы жителей Владимирской области формируют не реже раза в неделю. Пункты сбора гуманитарной помощи работают во Владимире по адресу: улица Горького, 34. Открыт телефон горячей линии 8, код города 4922, 32 32 00.